В РАЦСИ разбился учебный самолет. Летчик, инструктор и курсант катапультировались, приземлились и вышли на связь с аэродромом. Причиной падения самолета мог стать отказ двигателя. Учебно-боевой самолет Як-130 разбился вблизи аэродрома города Борисоглебск Воронежской области РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны в четверг, 12 апреля. Около 9:40 в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск. Говорится в сообщении, летчик-инструктор и курсант благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. По предварительным данным, причиной падения самолета мог стать отказ двигателя. Ранее на российской военной авиабазе Хмеймим в Сирии разбился транспортный самолет Ан-26. Тогда погибли 39 человек, среди которых были генерал-майор и 26 офицеров. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.